У вас во дворе или в доме? А вот оно, часто имущество у вас во дворе или в доме, молодой человек. Вы сейчас информация. Журналистской деятельности. Это персональные данные. Госномер машины — это персональные данные. Молодой человек, прекращайте. Госномер машины — это... препятствия журналистской деятельности. Вы не слышите меня? Я не слышу вас, молодой человек. Автомобиль — это персональная информация. Молодой человек, закон о защите персональных данных. Таким образом, вы являетесь участником ДТП, поэтому... Я не являюсь. Если вы не знаете законы, то не являюсь. Представьте себе. Молодой человек.